Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал производство «Лады Калины» второго поколения. Продажи новинки уже идут в салоне «Чебоксары Лада», который является официальным дистрибьютором автозавода в Чувашии. Репортаж об этом впереди, а я с вами прощаюсь. До свидания. Посетители официального дилера «Чебоксары Лада» в Новочебоксарске смогли увидеть «Калину», прошедшую рестайлинг. По случаю премьеры нового автомобиля в республике в первом дилерском центре прошел большой праздник. Для гостей представлены яркий модельный ряд «Лады», фуршеты, насыщенная шоу-программа, вокальные номера, детская аниматорская зона с веселыми играми, конкурсы и ценные призы. Дамы и господа, встречайте «Лада Калина 2». Ваши аплодисменты! На подиуме красуется автомобиль обновленный хэтчбэк «Лада Калина» 2013 модельного года. Автомобиль приобрел вид современного и спортивного кара. Стоит отметить, что это первые изменения, которые были внесены в экстерьер и интерьер машины с момента начала продажи в 2004 году. Первое авто поступило в Чебоксары «Лада» 1 июля. Продажи в дилерском автосалоне уже начались. Будет и по заказу привозиться автомобиль, и поступать просто так в продажу. На данный момент у нас более 30 автомобилей на стоянке. Соответственно, в этом месяце будет еще, а так планируется пока по 30-40 автомобилей в месяц будут в свободной продаже. На что падает взор сразу – это новый кузов. Передняя часть автомобиля обзавелась новой оригинальной оптикой, агрессивным бампером с огромной пастью воздухозаборника, стильными вставками, на которых разместились противотуманки, капотом с выступающими ребрами. При взгляде сбоку на новый кузов «Лада Калина» сразу заметно увеличившиеся в объеме колесные арки с гармоничными широкими выштамповками по кромке. Но общий силуэт, знакомый глазу, не изменился. В салоне новая торпеда, центральная консоль, баранка, панель приборов, переднее кресло. Все стало заметно удобнее. Модернизация затронула и техническую начинку авто. Такие опции в автомобиле, как антиблокирующая система тормозов, подушка безопасности, теперь выходит и в комплектации нормы и стандарт, в отличие от предыдущей «Калины», на которую выходила только в топовой комплектации. Топовая комплектация «Калина-2» уже будет система курсовой устойчивости. Вот. Это что касается безопасности. Также добавляется новый силовой агрегат, новый двигатель 21-127 с тросовым приводом с увеличенной мощностью 106 лошадиных сил. Новая «Калина» стала более комфортабельной и одновременно драйверской на ходу. Убедиться в правдивости этих утверждений можно только на тест-драйве. Новый автомобиль будет выпускаться в кузове «Универсал» и «Хэтчбэк». В продажу новинка поступила в «Чебоксары Лада» уже сейчас. По цене 324 тысячи рублей за «Хэтчбэк» в начальном уровне комплектации «Стандарт». Версия «Люкс» оценивается в 445 тысяч рублей. Стоимость нормы составляет 372 тысячи. Выбрать свою новую «Калину» официального дилера в Чувашии можно в удобное время в автосалоне «Чебоксары Лада» в Новочебоксарске с 8 утра до 8 часов вечера в любой день недели.